Донецк. 18 мая, РИА Новости. Женщина погибла в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой Народной Республике Горловке в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в пятницу обязанности главы администрации города Иван Приходько. Горловка расположена в 40 километрах к северу от Донецка, контролируется ДНР. Город расположен у линии фронта и насчитывает около 250 тысяч жителей. Здесь расположены машиностроительный завод и химзавод «Серов», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе. За время конфликта город неоднократно подвергался обстрелам. Молокова, 21. Прямое попадание в дом. К сожалению, женщина 1932 года рождения скончалась в реанимации от осколочного ранения головы, написал Приходько в Facebook. В представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) уточнили, что огонь по городу был открыт в 19:00. Обстрел велся с направления Дулеевка, подконтрольная Киеву территория, РЕД. Было выпущено 6 снарядов калибром 122 мм, заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже 3 документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашения о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.